Мужик. Да. Дима, а как прошифровывается ТДС, не знаешь? Чего? Торговый. Где? Моль, ТДС. Наверное, торговый деловой центр, что ли, скорее всего. Возможно, так. Потому что торговый дом ТД обычно. Нет, а может быть торговый деловой центр, скорее всего, возможно. Потому что торговый центр это ТС. Или бывает ТРС. Постой здесь, смотри. Нет, здесь в этом музыки нет. Ты говоришь? Музыки здесь нет. Mm. А что, не слышишь? Да. Поэтому. Интересно, как они трафарет делали? Какой? А вот давай. Ну, скорее всего, там какой-то линейкой, который вот эти буквы штампует. И там просто достаточно провести карандашом или ручкой. Так у нас же были такие линейки. Непонятно. Которые там были все буквы по алфавиту и даже можно даже цифры. Угу. Да, типа.